Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 44 выполним задание под номером 2. Какими деньгами ты воспользуешься, если будешь покупать товары в России? Во время поездки в Европу или в США вырежи из приложения фотографии банкнот и помести их в соответствующие окошки. Попроси учителя проверить тебя. После проверки наклей фотографии. Подпиши название денежных единиц. Тот, кто производит нужный тебе товар, без всяких хлопот отдает его за деньги. Сам на эти деньги в любое удобное для него время купит то, что ему необходимо. Деньги – это особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. Люди придумали деньги уже в глубокой древности. Пользоваться ими оказалось так удобно, что их стали называть одним из величайших изобретений человечества. Правда, сначала деньгами служили различные предметы, например, морские раковины, шкурки зверей и даже сушеная рыба. На смену им постепенно пришли монеты и бумажные деньги. В разных странах сейчас используют различные денежные единицы. В России это рубль, в США – доллар. Во многих странах Европы действует единая денежная единица, которая называется евро.